Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение FFA сериала на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 Rise and Fall за Египет. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Фантом, когда кокаином начнешь барыжить? Так непривычно играть, и даже Халецкого не встретил до сих пор. Это FFA 10, детка. Тут иногда люди умирают, а ты их еще не видел. Ни разу. Раб, а ты что-нибудь нормальное в иудаизме возьмешь? А там, по-моему, ничего нормального-то и не осталось. Производство. Ну, это вместо иезуитского образования. Ну, здорово. Хо-хо, руин. С лагерем Лиссабон разбирает. Не буду апать всадника. Великая морская баталия, которая будет воспета в веках. Да? Ну, зато весело. Безумно, да? Не помню, почему мне... За вассалитет Махенджи не дали 2 очка. Там только если ты самый первый сюзерен дают 2 очка. Ну да. Я рассчитывал тут очки получить. Не, в какой-то момент начинают тоже давать за то, что ты перебиваешь на том, к этой войне. Нет, когда и не в войне тоже. Я вот перебил у Инвиктуса, перебил у Сандро. И очки не дали мне. Тварь. Может, надо, чтобы... Наглая тварь. Может, надо, чтобы... Как бы ход прошел? Ты чувствуешь, как нет, ты делаешь для того, чтобы с тобой может... перестали дружить твои друзья прошлые? Ну, мне надо 4 очка, пусть они дальше перебьют. Да у него больше нет друзей. Подай на него. Да, Качечка, ты всех нас предал. Вместе мы сделаем это. Начинаю. Ацтек, если тебе надо чем-то помочь, ты спроси. Я тебе помогу всегда. Чем могу? Главное верить. Верить в Ацтеков больше. Ничего не остается. Я верю. Верю в тебя. Сюда нужен... О, Америк. Мокшин, Мемфис. Да, тихо. Больше меня никто не встречается, пожалуйста. Здравствуй, очень рад. Может, у тебя есть люксы поменять? Я надеюсь, ты издалека. Я уже все поменял, видимо. Судя по табличке. А что тут у меня отняли? Там, где я начал жить, там да, а так вообще тут ты бы видел. У меня моряки напились. Да. Я тебе могу дать трансляцию, ты посмотришь. 3 города, и между ними ни одного холма. Это ширина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клеток между городами.
такой треугольник. А, я забыл нажать лечение. Сдохни, черный. Умри в муках. Качечка, Андрон, ну как так, ну, прекрати уже. Ну. Вот сейчас уже можно. Вот сейчас можно, уже можно. Уже можно. Так ты говори, черная жопа. Ты тоже скажи, что можешь уже сейчас. Почему жопа? Негр. Может, он не жопа, может, он нормальный, но то, что он черный предатель, это мы знаем. Он и войдет в историю как черный предатель. И война будет называться. Менялся статус предателя, ты заметил, Виктус? Я официально осуждаю Голландию, ацтеков и Польшу, которые на моего пирожочка что-то гонят. Качечка вперед. Что скажет за расизм? Я вас всех осуждаю за те, которые гонят на моего черножопого пирожочка. Качечка вперед. Так и качечка вперед. Давай, качечка вперед, черножопинку. Черножопинку. Давай. Три очка взять, признайтесь. Тебе нигде. Бонус от кампуса. Ну, а если бы Сандру нужно было? Или Грею? Мне не надо. Если бы Грею нужно было три очка, где бы он их был? Если бы Грею, мы бы сказали, что нужно сделать, пришли бы, помогли, но только не тебе. Я тебя спрашивал вначале, что делать вообще? Ты мне что сказал? Поплыви, убей кого-то. Нет, ты не так сказал. Так. Да, качечка. От тебя, от тебя, ну... Давайте морскую традицию. Слушайте, еще раз поясните. Морская инфраструктура как работает? Так как бонус от соседства для гавани 100%, то она влияет на производство верфи? Да. Да. А могли бы грабить Египет сейчас. Ты же не захотел. Подожди, я предлагал вам поплыли все втроем, все пограбим. Вы говорите, что больше никого нет на море. Да мы бы там не поместились втроем. Оказывается, там еще и Египет на море. Я представляю, как раскидывая друг друга, толкая локтями, вы все претесь в Мендес. Это единственный город на море, пытаясь его... Да. На троих было бы кораблей 55. В принципе, там Мендес как раз. Специфика FFA-10. 55 кораблей. Это было в лучшие годы от Стэсского флота. Слушайте, ну дайте мне ГГшку. О! Ну возьми ее. Где она? Даже если ты ее найдешь, я ее перекуплю. Я же ни одного посла всю игру не отправил. А ты кто? Я самый дружелюбный человек. Черный. Конголец. Что мне? Ну, объяви мне войну. Кому? Хотя не, у меня синих нет пока. А че ты? А у меня такое впечатление, что синих ГГшек нету. Ну, кроме двух, больше нет. А, то есть две есть? Две как минимум. Кажется, не факт, что прибыли. Капец, ребят. Ну, это нелегально вообще как-то. Иметь там так ГГшки далеко. Они еще и две рядом, да, синие? Да. Где этот баланс? Где он? Не, ну, с ГГшками никогда не было легко. Где этот баланс, да? Где я вообще? Что это за старт? Да, тут какой-то он есть Грей, как бы, которого вообще там балансом не пахнет. Я нашел Халецкого. Здравствуйте. Можешь в гости приплыть? Приплывай, Инвик. Дай денег, Инвиктус. Ты опять начинаешь, может, к нему в гости приплыть. Зачем ты так? Ты можешь в качке в гости через 15 ходов сплавать? Нет, там 74-й ход еще много. 94-й через 15 ходов, через 13 ходов. Даже через 13. 30 ходов, не? 20 ходов, Союз. О, кто-то Розенфол установил, по-моему. Что это было? Суицид.
А вот и все, прошло 150 науки, видите, у всех теперь соточка. А я янтарь-то. Thanks for photo такая. Что я хотел посмотреть, блин? 100, 105, 70. Блин, я забыл, что я. А, янтарь. Янтарь. Получаю я в кого-то янтарь или нет? Чё-то с лояльностью какая-то беда. Я уже получаю янтарь. Да. В городе минус 12. А макисти Вацик там не бьют или что-то? Ну, немец ничего не делает. Классно. Там я не знаю, чего он не делает. Может выйти от города. Можешь вот своим рыцарем чуть лево пройти, я его убивать не буду, увидишь. По порядку должен уметь плавать. Пошли в литье. Я бы сейчас еще... Немец, а ты не хочешь еще на мрабов дефрить? Катапульту я бы еще создал. Тогда я дам. Даже пару катапульт. Ходы на последних секундах. А, я просто, ну прости, да, я... Качечка, качечка. Все, баним, чувак вообще потерялся. Просто. Я же не зря играю в StarCraft до сих пор. Я успел. Ну, я не за то, чтобы не получить в ответ. Я двигал юнит. Я просто хотел читернуть, но не получилось. Ну, тебя отбил юнит, который не мог ничего сделать, он уже стрелял. Ну все, ну читеришь так читеришь. Ну, зачем отчитываться? Что отмазывается, как бы. Ну, просто говори, да, я читер. Все, признайся. В КВН было, что... Учитель, меня все на меня гонят, я не могу никуда пробиться, потому что я черный. Нет Панкратов не поэтому. Может, у Качечки там фамилия какая-нибудь. Эдуард Мохнатов черный какой-нибудь, не знаю. Эдуард, какая у тебя фамилия? Мавротих. Что? Мавротих? Широких. Широких? А, широких. Да. По-африкански звучит. Чироки. Чироки. Ран, который. Индеец наш. Не, ну, он сейчас примет фамилию такую точно. Ну ладно, там уже немец. Чё-то делает. Немец продлим. Пожалуй. Так, немец, по поводу предложения. Так, давайте-ка на апгрейд возьмем. Вот так вот пройдет. Молодое яркое солнце. Так, ну это союз-то продлеваем, конечно. Угу. Ксей, тебя янтарь есть? Кинул. Со мной Сандро торгует янтарем. Если надо, смотрите, у меня там двойные есть всякие плюшки, так что... Ну хватит их покупать, ты что, еще рубишь? Я уже задолбался их убивать. Их очень много, Сандра. Нельзя столько флота. Ой, не Сандра. Сандра? Хватит. Ты всегда мог забрать польские города с универами вместо городов Ацтека, где нет ничего, ну? Я в любой момент их могу забрать. Ну это правда, конечно. Понял. Немец, прими дружбу. Аравия, можешь подвинуть этого дополома? Но ты давно с трекетом ходишь. Возле Вашингтона. Сейчас, я забыл про него. Он тут стоит уже ходов 5, я думал, ты там, не знаю, да, хочешь ходов конец 30. Каравана грабить. Да. Я Бьян скинул. А, подождите, монарху откроем, тут карточка на рыцарей.
Вау, тридцаточка. Вот это караваны, конечно. Вот это у нас караваны, да, араб? Ой, хороши. Я чуть ли не впервые в этой игре взял, где живут драконы в темном веке, и я уже в золотом. А что это такое? Там очки эпохи за каждый убитый морской юнит. Класс. Я надеюсь, юниты, когда там погибают, с них черные люди высыпаются и тонут. Нормально там все. Очень неубедительно прозвучало. Нормально там все. Вот так вот это как-то звучало. Да, как-то так. А можете рассказать историю про ацтека? Жил-был ацтек. Эта земля называлась Стенания и Уныние. И пришел черный человек. И наступили властелин, темные черный, времена. Черный властелин. Пришло горе. Горе в виде черного человека. Не ждали. И человек этот оказался абсолютно не человек, а тварь. А черный. Животное. Пантера. Хватит уже. Как в мифах ацтеков. Ягуар, там все дела. О, кстати, на Эдхот мне сказали, что земля круглая. Вот еще откуда золотой век. Серьезно? Немец, я думал, она плоская. Ты до сих пор так думаешь, что ты? Немец, блин. Как жить-то дальше? Про мальчика, который считал. Мама, он нас посчитал. Там не мальчик, там козленок. Козленок, о! Вспомни. Это не книжка, а мультик. Блин, Качечка, я тебя баню, короче. Была. Ты не знаешь таких вещей. У меня ужас. Была книжка. Вы мне только скажите, когда вы загрузитесь. Охренеть. Немец. Да ну, это нечестно. Да, баню, да, я загрузился. Контроля. Давайте. Что? Раз, два, три. Пошел вон. Еще четыре. Еще... А, я там тоже забыл. Кри, а что ты сюда мечами пошел? Я в обход. Там же город стоит, ты не в курсе? Не важно. Ясно, хорошо, ладно, просто начал двигать юниты, переставлять колено. Сказал бы, я так пошел. Не-не-не, нормально, просто как-то я мало ли там кликнул вперед, они неправильно пошли. Может мне в Окленд? Ты так будешь отходить. Надо в Окленд. Блин, я словил зону контроля вот этим юнитом, представляешь, он больше не едет. Все? Я не буду долго обходить, мне тут надо положить. Я точно так же сделал ход, ну не ход назад, несколько ходов назад. Это, конечно, мне не нравится тема. Так, Окленд. Что, мастерская? И Египет в тундру переселяться тоже решил. Мастерские. Плодородные, хорошие земли. Блин, ты там оба корабля убил. Что это за животное? Каких корабля? Не было там ничего. Забудь. Есть верфи плюс 2 производства, да, работает. Разведывательное управление. Может тут купить маяк и верфь? Да, так и сделаем. Сразу сколько? Эти плюс 8 производства сразу от верфи в этом городе. И еще тут еды немерено добавилось. Мне бы Лян и Виктора местами поменять, мне кажется, надо. Вот теперь. Да, давайте прямо сейчас это сделаем. Проход. Тебе зачем? Лян в Мендес. Идите реку, Изинок, в день середины лета. А Виктора в Саис. Пройти хочу чего. Ты слишком плохо себя вел.
ты не пройдешь. Продашь книжку? Да. За люксы? Да. Сейчас тогда добавлю. Может, у тебя даже две лишних есть? Вероятно. Нет, Фантом, ну не иди ты в культурную победу. Зачем нам расстраивать друг друга? Что ты как это? Так откровенно еще. Да, в смысле? Я тут пока на культурную победу не претендую. Я тут пока книжки выкупаю, да, у людей. Просто читать нечего. Просто нечего читать. Если я союзу Вавилон, то книжки мне как бы выгодны. Первых писателей не забрали, а слоты у меня есть. Три научных ДГшки. Короче, что-то. Не, ну у тебя будет Теночетлан когда-нибудь. Да. В нем, правда, 14 производства, но это как бы не страшно. Что, ну отсчет, да, сейчас? Ходят слухи, Конго захватил Тлакопан. Ужас. Да. Ужас. Пускай ходят, это все. Не становится. Алексей, а почему ты говоришь? Просто убил человека, у которого было 4 города. А там. Ты мне не давался. Твоя фури сейчас отвалился, или там я до сих пор висит? Висит. Он ну, долго уже пошел. Я еще не могу одно поражение поделать. Это нормально. Фантом, ты меня спрашиваешь, почему я говорю? Почему ты говоришь, что будешь расстраиваться, если я пойду в культурную победу? Откуда ну это ж раздор? начнется, типа, кто сосед араба, давайте выносить араба, а кто в соседях ура, я сосед у араба, ну то есть, а у меня с тобой давай, союз. Давай, делай что-нибудь, что ты караваны к нему пускаешь. Вот это гомосятина вся начинается. Не, у меня пока 70 науки и культуры. Это в 7 раз больше, чем у меня. 10-11. Ну, у голландца 126. И 11 городов у тебя. 11 городов. Я так скажу, это не предел, я еще планирую побахать. Ну, шлагдалом. Что, мы сразу ходим или что мы делаем? Ну, давай посчитаем. Хочешь, ты считай. Немец уже просто ушел. Да пусть кто-нибудь посчитает, я не хочу. Хочешь сам считать. Я не помню, как мы ходили. Да плевать, как мы ходили. Главное, быстрее ходите и все. Кто посчитает? Лёш, у тебя опыт есть в этом? Если Лёш хочет столицу убирать, так что мне нападает тогда? Подожди, Артём. Да. Вы готовы? Всё, я ухожу. Да. Как пионером. Раз, два, три. Тут у нас было... Я в Окленд хотел послать. Сейв загрузили, тут может быть соседство кампуса, соседство гавани, скидки на улучшение юнитов, вот это нафиг надо. Чё-то со связи дичь какая-то, вообще. Все гремят как-то. Это у всех такое или только у меня? Только у тебя. Тебя, извини. Эй, ты убил Фампарта. Кто гремит? Эй, и корабль вылил, ну нафиг. Эй, погоди, где еще? Я сюзерен Гонконга. Все на дно. Ну тут правильно, правда. Да, все на дно. А потом инвестиции в центры взял, обидно. В исследовательский эти сделал. Качечка. Руки уже не те, знаешь. Ты старость, опять же. Так, а здесь я купить хотел. Я покупаю маяк, покупаю дверь. Просто зарезал человека. У меня 8 производства от соседства. Эти отверстия. Как с этим человеком просто жить рядом? Пришел и зарезал. Разведывательное управление. Потом рыцаря обстреливает. Забыл за этих арбалетов. Какая тундра, теперь всю игру варваров пить. Всю игру. Там над Польшей и Шотландией место еще на целую нацию.
А если нацию брать моего размера, то на две. Ничего. Так, мне там кто-то хотел книжки поменять. Книжку ты хотел. Как тебя зовут? Араб. Давай. Могу дать одну. Галанс, интеркоммерция, мусор, промышленность. Давай одну. Так, ну я вижу, сейчас три осталось, но рабочий уже рубит. Отправил предложение, проверяй. Окей. Фотография ускорена, правой двигатель ускорен. Мне пишут, что у меня 500 мощи. Почему я не вижу эти 500 даже близко? Вранье. Дезертиры. Это, наверное, феодальная армия просто. Она плохо собирает. Ожидание игрока я не могу отжать? Или что это? Да, после, когда первый ход после сейва... Я вспомнил. Еще место под чудо какое-нибудь или под театральную площадь это место. Только под чью? Наверное, под Ракидета. Да. У Сандра все соседи такие слабоватые, да? Ослабленные. Карта перевернулась. Ну, на самом деле, немножко не так и далеко. Это поставили эту точку. Подождите, я не могу дальше, чем вот... В другую сторону, Матарик. Нет, в другую сторону тоже не получается. Все, Ксандро, убирай метку. Убирай точку, и у меня экран... Страдай! Класс. Я не свой город крайне вижу, как бы. Новая технология. Подожди, ты кругосветное путешествие совершил? Я думаю, нет. Ну и все. Плоская земля у тебя как-нибудь. Конец черепахи в трех клетках от всех людей. Это уже хорошо. Нет? Да ладно, корпуса арбалетов. Ну ты даешь. Был очень хороший генерал. Вырубил опять, нет? Что, сейчас, то есть, без этого, без счета, да, я атакую? Зато, Грейт, смотри, можно поставить две классные промзоны теперь. Это да. А мы? Ты там, помнится, переживал. Так, лечу. Такое уже было? Я просто крайний город не могу увидеть свой, ну как. Не двигается экран, только если приближать и... А ты можешь переключать внутри городов, боже? А, может. Нет, но оно как бы карта туда, просто она подвисает тогда вообще, если я между городами перехожу. Странно. Я как бы... Я вот вижу сейчас контуры всей карты абсолютно и оплыл. Конечно, мое место это просто. Ну тебя туда засунуло зря. Тебя надо было кидать либо. Да тут полно места. Полно. Тут можно над вот шотландцем, да, над поляком. Над арабом, наверное, там тоже можно. Ну да. Да. То есть там тоже огромное количество. Вот между Женевой и Вавилоном тоже никого вообще. Расстояние между Женевой и Вавилоном это как две мои земли, если что.
Зачем я эту метку просил? Не, ну, Сандро, видишь Филадельфию? Да. И вот максимальное, что я вижу, вот там рыба в трех клетках. Дальше карта, ну вот, экран просто не хочет двигаться. Да. Попробуй переключиться в режим... 2D? Нет, я пробовал. Может, я тебя уже... выкинет тогда уже с этой игры, если нажать на какую-то... Вы играли слишком плохо, у вас 10, игра у людей 200. Алексей Табачок, Алексей Табачок. Алексей Табачок? Табачок, Алексей, пошел Табачок. Вполне может быть такая фамилия, я вам скажу. Затянемся трубочку, Алексис, давай. Блин, я что, отказался, что ли? Сейчас я заново тебе кину. Я уже был в расстройстве, не знаю, там. Янтарь не хочет, табак не хочет, ну что-то честно. Сандро, у тебя союзники есть? Много. Я хочу быть твоим союзником. Отстейки, например. Сандро, не делай глупости, этот вармонгер, это черный. Он сейчас хочет... Не, когда... не, Качечка, смотри, какая история, я тебе рассказываю. После того момента... А у меня есть шоколад, есть. После того момента, когда ты нас всех предал... Кого я предал? Это Инвиктус всех предал. Что ты? Что ты? Я на самом деле видел, что его подставили. Вот лично мое вот так со стороны мнение, это человека подставили просто. И это сделал ты. Каким образом? Инвиктус сам себя подставил. Он ведь умрет после того, как умру я. Опять Конго захватил Капан. Мне поможет Сандра. Сандра поможет, не видит. А как я помогу? Ты видел, где я? И как, чем я помогу? Ну, ты возле меня. Верой. Мне вот верой помогал. Да. Как чем, Сандра? Ты возле меня, у тебя, господи, 1100 военной мощи. Как чем? Нифига себе, там караваны в Египет по 15 золота. Хорошо. Отходим. Выходим в кавалерию и сносим кавалерии. Я буду драться до последнего. Ладно, Крет, я готов мир заключить с тобой. Я же говорю, город-государство. 85. Мне это в плюс. Я думаю. Слушай, ты только что убил мирных жителей опять. Немец, а надо как-то вдвоем нападать на Кри, и кто захватит город, тот захватит, иначе ни ты не получаешь. Да нет. Не так, знаю, ты не, так ты захватил города и не получаешь с них ничего. Один он захватил. Я же с Айрвином подкоплю тогда. Ты с ним меришься? Нет. Он не хочет мириться. Противник пожелал быть уничтожен. Просто понимаешь, если мы вдвоем не нападаем, он перекидывает армию на другую сторону. Мне терять как бы юниты здесь. Не, Леша, а мне что, юниты терять как бы, и тебе столица достается? Зачем мне это надо? Столицу... Я в Мэрово не встал, ладно. Друг араб. Артём, тебе надо за тем, что поставь, ты захватил город, который тебе ничего не дает, пока не вынесен Кри. Нет у тебя друзей. Сейчас я в корпуса выйду. Настрой чуть армию. Ты один город, и вас там полно. Короче, Сандра, я не знаю по какой причине, но вот у тебя опять все друзья, сидишь в ус не дуешь. Это уже какая игра так получается? Ты, короче, бог дипломатии. Ну, наверное, ты прав. А он тоже бог дипломатии. Он думает, так, на кого бы напасть? О, тут есть 25 фрегатов, пойду туда нападу. Ну да, да. Но эти 25 фрегатов когда-нибудь ко мне будут приплыли. Плюс ты не давал союз, понимаешь? Если ты не даешь союз, я иду на Инвиктус. Ты приплываешь и вывозишь мои города. Твои города, мои города. Безусловно. Ну так, а чё, это в чём тогда мой плохой выбор? Ты мог никуда не идти, нет? Такой вариант тебя не устраивает? Нет. Тут не. Мне кажется, на самом деле, что я бы сейчас был лучше, чем так. Возможно. Ну, на чуть-чуть. Просто было очевидно, что когда закончится золотой век... Леса над Вашингтоном юнит. Лично у меня тоже все закончится. У меня тоже все закончилось. У меня такая же наука, как и у тебя.
было. Нет. Ну, у меня то было на том же основе. Три. Это с теми городами. Ну, с Лакопаном без ты сколько. Спасибо. Ну ладно, че. Ну и ладно. Долго ждать, понимаешь. Сейчас уже есть города. Да. Сколько там? 23 несчастья твоим. Был 21, сейчас скажу сколько. Где посмотреть осталось от войны? Сверху есть доклады, доклады. Там, где ресурсы. Доклады и статус города. Нашел? Угу. Минус 3. Минус 3, ты слышишь? Минус 3! Дайте поговорить. Алексей, чё, может, я Карфаген оставлю? Вроде не давит. Клетки ты, ну, выкупи, если тебе надо. Я их трогать не буду. Ну, окей. О. А ты сейчас захватил его? Да-да-да, на этом ходу. А на следующем посмотреть, будет ли давить. Да, смотри. Да. А че это он выплыл сюда? Пока в ноль. Кстати, интересно, да, да. Почему? То есть я аж офигел, думаю. Плюс один, Эльвик. Тебе какие-то шоу, да? Вертай. На мрамор. В очередной раз убил мирного гражданина. Ой, блин. Это воин орел. Он и воин, он и орел. Такая птичья личность. Качечка, конечно, смазанная. Оскорбляет всех. Вот. Птичья почему? Личность. Это... Я поддерживаю абсолютно. Он должен заплатить за это. Ой, началось уже. Фу. Гей-нацист. Фу. Объясните, как работает второй левел экономического союза. Бонус Envoy Points по every city state с этой tributary to Eli. Сколько там дают? По кого они там ели? А, это очки влияния, вход за каждого сюзерена у твоего союзника. За каждого вассала, точнее. Сейчас отпутался. Ну, короче, за каждую союзную ГГшку по одному очку. Восемь шестой ход, а я еще неплохо так прожил здесь. А что этот черный предатель тебя уже добивает, да? Да. Я черный друг. Блин, ну она меня закрыл тут. То есть качка сейчас пойдет ко мне, у него выскочит за предательство. Тогда вы все можете присоединиться ко мне. За войну под... Могут они присоединяться? Ничего, я думаю, что Сандро присоединится. Предатель это ты, Инвиктус, ты знаешь об этом. Я не предатель. Тебе объяснили, меня Качка подставил. Я не предатель, я только учусь, да? Некрасивый черный человек меня подставил, ты понимаешь? Почему некрасивый? Довольно-таки симпатичный. Не, ну один хп это вообще легально? Мы тут тоже воевали. У нас очень часто как-то выходило. Странная какая-то фигня. Реально заговор, думаю, что вроде же раньше воевали, нормально. Дальнобойным юнитом один хп? Ну да, там фрегат с одним хп. Может какая-то фича, я не знаю. Ну то есть когда бьет дальнобойный юнит, он... не всегда убивает, причем без разницы там, то есть... 4 здоровья осталось. 4. Не знаю, у меня ничего не видно вот у него. У меня 4 здоровья. Тут а-ля 10 хп бьешь, там должен убить, я стою. 4 хп, допустим, даже. У меня полоска черная, подожди, я все понял.
А черная, знаешь почему? Потому что черный на тебя напал. Вот. Это на самом деле полный ХП, значит. Черная, черная полоска. Черный, черный. А, да, Микисев Вацик точно. Так можно на тебя не нападать, можно подождать тут. Сколько можно? Происходит. Так, алло, слышно меня? Да. А, блин, я тут пропадал, у меня, короче, что-то беда с телефоном случилась. Теперь все в порядке. Беда бедульчика. Серьезно, развлекательный комплекс в Микисе в Вацике? Это, типа... Ребята, нас захватили, но вот вам... Колесо обозрения. И ни в чем себе не отказывайте. Вон, посмотрите, вон там, видите, догорает один из наших городов. Это вот немцы нас захватывали. А вон с другой стороны, это египтяне. Нравится вам на нашем чертовом колесе? Приходите еще. Карусель, карусель. А где Малфури? О, кстати, карта отлагала. Я только чисто заметил, даже не так. Не было. Это очень странно, просто она пропал экран и заново появился из-за этого. Появилась обратно с такой штукой. Но было очень неудобно. Не, подстрою тут терракотку, тогда можно будет тут театральную площадь строить. Я там два фрегата или один? Кто его знает? Ты во что-то срубил, я не знаю на что. Поэтому и подплыл, чтобы, ну, не вышел. Что-то для Конго у тебя мало культуры, качечка. Всего одна театралочка. Некогда, мы строили... Вопрос занят. Надо было негров из морей вытаскивать. Черные трупы людей. Фантом, ты на меня собираешься нападать? Или что это? Да делать мне нечего. Ну, я не знаю, так поставил армию. Давай продлим союз. Ну, смотри, мамлюки, они не требуют железа. Ну, я понимаю, что он стоит тут напротив Саиса? Ну, а где ей стоять? Дивон, да, Крипа, да, повоюй хотя бы. Да не, друг Египет. Брат мой Сандро. О. Я там тебе кинул очень важную вещь. Обвинение? Нет, ну какое обвинение? Как... А так у Мась Польский уже, так это ж идеальный просто плацдарм. Мы будем давать отпор этому вармонгеру, черному этому, беспредельщику. Ты про предателя? Да, беспредельщик. Про изменника? Да. Я понял, кажется, вроде фича, что можно вот прям в самый край, куда есть тебе показывает карту. В него ходишь, как дальше открывается. Там махоботки. В Вархаммере, кстати, когда игрок умирает, ему всю карту показывает. Тут этого нет. Класс. Там столько классных фишек в игре за сколько там, 500 рублей? Даже меньше. Ну я не согласен, чтобы показывали карту на FIFA, а пойдут потом сливают инфу. Зачем? Так зачем сливать-то, ну, все адекватные люди. Да? Да, Грей?
Ну да. То есть, Крей, ты играешь там с несколькими десятками адекватных человек. И думаешь, что все адекватны. Да, так и делаю. И это правильно. И это хорошо, когда ты находишь этих ребят. К сожалению. Боже, Лёша, еще ты здесь, охренеть. Где? Там, в тундре. Ну, это один город. В недрах тундры, выдры в гетрах, да? Нет. Как так-то? Так сколько промки-то в этом городе? Пром. Ну, который последний забрал. Два. Не, ну это на 0,8 меньше, чем у меня. Два. Нормальный город, чё? Карл, два. Между прочим, этот город построил несколько фрегатов. Смотри, там чудеса не строй, главное, в нем. Ты не успеешь. Нет, не буду строить. Договорились. Два. А, так там просто 9 жителей стало. Вот когда было 13 жителей, было 2,8. Чёрт, поверь. Оставить, может, карточку на... Открыть уже эти бомбарды. Поставить тут только улететь на... можно, да? Или повеселиться. 150. Нет. Ходов, не забывай. 151, не забывай. Можно по очкам победить. Ну да, очкам, ну, в плане до конца. Или да, по очкам получается лететь. Вряд ли дадут лететь. Сейчас выходим от соседей. Фуфа, фуфа. В цивилизации 6 нельзя не дать улететь, если там несколько человек. О, я ему ничего не делал, я не знаю, что его там слева и сверху. Что лес сломал. Ай-яй-яй. Спасибо за сопротивление, Грей. Надеюсь, качечка плакал. Я плакал очень сильно. В следующей игре черный будет страдать. Я сражался, как великий воин. Я что, не взял карты? В трех городах с четырьмя холмами. 15 кораблей померло, как минимум. Ладно, ты сейчас два раза преуменьшил, по-моему, да? Открою. Нет, у меня же было 16 всего, и что-то осталось еще. Ну, может, то есть 20. Ты не строил, да, по-моему, там все, что осталось, это уже из нового поколения. Да, это новое, но вот две каравеллы, нет, наверное, три каравеллы я построил, три фрегата потом, и в том городе еще вот чуть-чуть. Ну ты что, делать перелюстрацию почты, чтобы увеличить атаку? Собственно, верь в 52 на Кри, или найти строить источники, чтобы попробовать лояльность. Ну смотри, она тебе сколько там полочка даст, как поставишь. Я купил. Слушайте, я нашел три коричневые ГГшки, одну желтую. Но где синие? Там дали же метки. Ставили метки. Синие они для только... Вот, для всех метки поставили. Можете мне тоже кинуть метку? Не ставили метки только избранным. Для всех. Я ставил только избранным. Спасибо. Избранным голландцам. Голландец, кстати, дал очень хорошую метку в более раннем этапе ацтеку, поэтому... Просто этот город далеко, но я думаю, он бы тебе зашел. Он слишком далеко был.
Опять карта увеличила. Надеюсь, не сожмется. Можно приплыть. Лёша, а справа от тебя как континент? Ну, там местность. Справа от меня море. А, хорошо. Прощайте. Пока. Спасибо. Я считаю, вот нехорошо Инвиктуса убивать сразу. Понимаете, пусть человек поиграет. А вы прям сразу иди убей Польшу. Фу на вас. Нет, мы такого не говорим. Американец, право прохода. Мы же с тобой после этого дружбу продлеваем? У меня не прокликивается. Сейчас, тоже не успеваю. Леш. Не знаю. Виктус, ты, конечно, Польша молодец, хорошо, используешь. Что он делает? Территорию отъедает у тебя? Да, да. Ну, не у меня, но под меня. Трех великих людей до сих пор не получил. Зашибись. Кто всех великих людей забирает? Онга. Охренеть. Что я вообще мимо великих людей в этой игре? До сих пор трех великих людей не получил. Блин, опять ты за свое. Там будет очень мощный выход от Голландии, ребят. Вы готовьтесь. Там уже корпуса стоят с этими. Как их зовут-то? Корпуса баллист. Я думаю, куча колясок. Немец, ты сосед Голландии? Что вы зря экономический союз даете? Да. Больше прапает. Ну, голландец, значит, планирует на тебя нападать. Прости, немец, у меня. Арта. Че, Санзо, на кого будешь? Нет, нет, не буду. Ну все, хорошо. До конца, союзник. До конца. Сандро правильно делает, он просто держит армию, никого не выпарывается. А зачем, да, а вот, ну, улетает, как, а что зачем мне воевать? А армию просто не держать, когда у тебя империя из 8 городов, как вообще, ну,
Подожди, это что, Вышка говорил, что ли, что он армию держит? Ну, Вышка, это ты сейчас говорил? В плане. Ну, ты сейчас про Сандро говорил. Ты с ним играл какой-то раз? Ну, в пятую, я помню, давно было. Я просто раньше играл, я еще ФФА, ну, прям в этой группе не играл. Ну, в шестую именно Rising Fall. В шестую просто играл. Я тебе говорю, Сандро играл. Зачем Сандро ты рассказываешь, пятый, какие игры сказал, ты играл? Пятый играл, в пятый играл. Ну, в вот шестую нет, я шесть раз ответил. Тебе рассказывают люди, которые с ним играли. Он развивается, собирает армию. Потом апает ее в самую современную армию и выносит всех вокруг. Он не будет улетать. А что ему помешает? Ты? Помешает то, что вокруг есть соседи. Поэтому ему лучше избавиться от соседей. Таким образом... Нет, он, конечно, может улететь. Я не спорю, что он может там захватить троих и дальше улетать. Но то, что он не будет сидеть сейчас с армией и не нападет ни на кого, я тебе могу сказать, что точно это 100% не так будет. Нет, до танков будет сидеть точно. Да, я тоже верю. Александро чаще всего на танках с артой нападает. На порог. Армиями танков, армией артой. Я пророка. И вместе сделаем. Я хочу терракотовой армии идти вот этими ребятами, потому что... Ой... Артём, ты там корпуса-то не теряй. Стараюсь, Лёш, стараюсь. Создал великую лигу, почитайте, пацаны. Юбит Нигра? Убить, наверное. Я в него караваны засылаю, чтобы нормально было. А он Юбит Нигра. Он букву забыл, Л в начале. Ну что ты за человек-то? Любите нигра, любить нигра, на украинском тебе написал даже. Чё ты буксуешь-то, друг? Любить нигра. Красечка, ты чё? Это ж твоя религия должна быть вообще, по идее. А ты так к нему относишься негативно. Ужас. Красечка, ты, конечно, ну... Ну, просто вот вроде играли, и ты тут бац, и вот такое вот устроил. Ну, ужас. Я такой. Вы сюда фабрика не влияет. А, ну да. Вы такие, понятно? Раз, два, три, четыре, пять, что должна влиять. Сейчас все не работает, наверное. Я не буду тогда фабрики. Слушай, распространи мне эту веру. Сейчас распространю. А, нет, не твою, его. А чё это не моё? Твоя ты тоже хорошая. За союз разве что? Я тебе принесу, а ты смотри сам, что с ней делать. Катюшка, пустишь в гости? Кого? Меня. Конечно. Что ты хочешь там увидеть? Там нет ничего, я тебе говорю. Я не против. Я дружелюбный сосед. Гораздо дружелюбнее, чем Сандр. А мы с Альгамбра или без? Это ты... С Альгамбра. Мы без этого. Без это Венецианки. Ты...
Это блин, ты, нас... вот тот дружелюбный, который индейцев по округе гоняет там, да, до смерти? Ну, одеялами. Он брал мне, он хотел вонзить нож мне в спину. Он притворился моим вассалом, но не выполнял своих вассальных обязательств. Мне пришлось привести его к покорности. Ой, мне надо... А, пока не надо, так... Не пойму, что ты не хочешь дружить со мной. Я? Я почему не хочу дружить? Я с тобой дружу. Просто ты так далеко, что... Я бы... Понимаешь, мне тут в Инвиктус от этого кидать караван. Ну, кидай. Боже, сколько у вас там земли? Ну что, наверное, стоит двигать. О, Инвиктус, а ты что, нападать хочешь на меня? Действительно стоит тут. Артём, если ты будешь так терять корпуса, то лучше не нападай тогда. Ну я вот первый корпус только пока потерял. Ну вообще да, прокачка-то потому неплохая. Что там придет к тебе Голландия. А что сверху под... Я еще не дошел вот до Сарис, сверху под Голландию что? Просто соседи собираются. Сверху шотландец. Тот, который... Я думал, уже всеми походил. А нет, встал а с он колен. Не походил всеми. Я еще не могу оправиться. Война с 10-го фор... О, все, я его и встретил. Здравствуй. Я же могу тут военного инженера купить, его сколько он стоит? 340 купим. Мне надо два форта поставить. А ну тебе надо, Инвиктус. Дождаться, может, уже кавалерии. У меня преимущество на море. Попробую его использовать. Какое? Ну, передвижение, у меня колосс и маяк. Ну ладно. Слышите, он сам на меня хочет напасть. Я вообще... Сандра, сейчас буду делать самую безумную вещь. Сейчас буду нападать на негра. Заметьте, ты... это... Все в этой игре было. Даже безумный Инвиктус. Сейчас будем сжигать его города. А как бы мне шотландца встретить? Я последний человек, которого я не встретил на карте. Какая дистанция, руби все я деревья. Уже все вырублено. Руби, я рублю. Руби блин, еще. Как он стреляет? Я все вырубил. Арбалетчик. Арбалетчик. Вот этим арбалетчиком как он стрелял? Тут холм, тут холм. Пороблено? Вырублено. Типа сделано. Анта на Нариву? Ты-то мне не... Анта на Нариву? Антон. Что? Мне бы зашла Анта на Нариву. Ты не хочешь меня поддержать? Сандро. Я? Да. Ну, и как мне тебя поддержать? Ну, приведи войска ко мне сюда, сопутные. То есть ты
хочешь типа сотрол в виде войска? Вот так вот ты мне предлагаешь? Что? И что это? Вы союзники, приди ко мне, будешь мне помогать. С суши. У меня нечем. Пока иди. Ну, опнись немножко, приведи ко мне. Вот, к этому кумасе. Ну, сейчас подумаем. У меня всадник. Раз, зачем? 2, 3, 4, 5. Ну, раз человеку нужно, значит, что-то нужно. 6, 8. Это столица, а я переживал. 10, 11, 12. Еще делаем сами. Не переживай, качка, не переживай, брат. Все будет хорошо. Там тебе несчастье качать. Ноль, я же его убил, оно все спало. Сейчас будет опять 20. Смотрим. Караванов ты ко мне гоняешь? Все. Жалко. Я все гоняю к шотландцу. Ой. А что, и терракотовая армия и на шпионов работает? Это для меня открытие. Но они же юниты. Еще и прокачиваются. Слушайте, там очень много фрегатов. Слушайте, а где-нибудь можно посмотреть, есть ли у меня формальный повод кому-нибудь войну объявить или нету? Броненосец даже поставил. Там что, в 3 ряда, что ли? Губернатора нейтрализовать. Можно ли где-нибудь посмотреть формальные поводы для войны? Я не знаю, какие поводы являются формальными. Ну, вот открой объявить войну. Например, вот я хочу объявить войну Голландии, да? Повод для войны. Вот тут вот все, кроме официального, это все формальные. Священная война, освободительная, реваншистская. Проблема в том, что они не работают, пока ты обвинить не сделаешь, правильно? Но и после этого непонятно, сработает оно или нет, пока не пройдет 5 ходов. А потом будет написано, типа, невыполненные условия. Типа того. Формально и точно война за золотой век. Вот ты в этом. Но она поздно, да, наверное. Что с Андро? Следующим ходом я иду на него. В добрый путь. Ты поможешь мне? Ну как я тебе помогу? Ну приведи войска, чтобы мне суши было легче. Я же говорю, у меня пока нечего тебе привезти.
Я не поеду рыцарями. Правильно? Маш, а мне что-нибудь? Куда? Во что? В кавалерию? Кавы нету. Хотя бы. Кавы нету. Ну, блин. Опять Инвиктус разразится криком, что его все предали. Крик, конечно, ты мне и себе игру испортил. Если ты мне тогда уже снес, а ты сейчас засоверешь, чтобы от меня долго и упорно убить. Он быстро, но может появился, но все равно местность. С 10-го хода воевать. Ты районы построил какие-нибудь? Специально не строишь, чтобы тебе надо было потом строить. Ну так и смысл мне тебя сносить. Ну вот. Просто видишь, чтобы тебя не было. Как я выживаю. Не, на что если я строю? Что сейчас строишь? У тебя есть районы вообще? Есть. Пока ну, нет, строишь, конечно, тогда можно снести. Ну. Слушайте, а что я тут стою? Мне надо через арабы бежать. Ты крия оставляете? Что там происходит? Просто... Да он тут отбивается со своим тупым Виктором. Я не представляю, как он так сидит. С 10-го хода воевать. Просто фигачит арбалет и расставил вокруг города и стреляет по всем, кто подходит. Фонтанчик такой. Блять, отсюда все-таки бежать уже не переведешь. Тут и работает все-таки фабрика. Да, я же говорил, что позже. Здесь фабрика не достает. Значит, надо тут купить фабрику. Театральная площадь плюс 3. Чукан. Давайте лучше кан. Строим. Ну вот у меня место для района.
Ой, я забыл. Свою каравеллу совсем. Я думаю, что уже надо ее в броненосец апать. Инвиктус, а что тебя вынудило объявить войну Конго? Подожди. Непреодолимое желание. Расовая ненависть. Бегайся, боже. Артём, у тебя арбалеты убивают арту. Что происходит? Класс. Я сам в шоке, Лёш. Что это такое? Охренеть. Стоит. Блин, Кри стоит, убивает арбалетами корпуса арты. Это я просто, ну, я такого еще не видел. Ну, это реально какой-то... Немец, убери разведчика. Германия, убери разведчика. Что-то там, сколько там тетив? Да сколько-то есть. Ще не вмерла. Ще не вмерла Україна. Ще не вмерли конголезці. Негр, ты веришь в Бога? Да, но ты мне не помогаешь. Ты бог, Сандра, ты слышал? Что? Ты бог, ты говоришь, ты веришь в Бога? Верю, но ты мне не помогаешь, понимаешь? Не, я у конголезца спрашивал. А я? Да, да. А, прости. Вечер подумал, ты Инвиктуса спрашиваешь. Не, Инвиктус, просто так, я смотрю, это атака какая-то дикая, как бы фрегаты, которые лупят город с... 82 защиты? What the fuck? Чка лупит. А? Так, две верфи. Тут я открыл. Ага, да. Ну ждем, апнуть. Броненосец, уже им я буду плавать. Броненосец нужен для этого корения. Так. Так. А кто у меня тут друг хоть один остался? Знаю, Вельмигемина, мой друг. Держи подарок. Зачем? Очень надо. Ну это такое, я, ты знаешь, я так не играю, типа, ресурсы отдавать. Некрасиво, некрасиво, Катчик. Я даже не знаю, где он, я бы его разобрал. Сейчас с большим интересом понаблюдаю, сколько корпусов потеряет немец в этот раз. Нет, пока. О! Да ладно. Да ладно, наконец. Сейчас, я следующий. Зачем ты это делал? Такого плохого начала, чтобы 10-го хода выбивать, еще и не добили меня. Сейчас я скрышу этот корм просто. Скрышу. Сам еще и...
А не отвалится, кстати, Микиси в бацик по... Да, знаешь что, я, наверное, немец тебе его отдаю. Я, конечно, могу его захватить, но я думаю, что он будет просто постоянно отваливаться по лояльности. Угу, я тут что-то не сообразил, что с одной стороны арабский город, с другой стороны твои города. И получается, что... Ничего не получается. Короче, надо с американцем воевать. Это надо пушки делать. Та-да! Что, может, следовательские гранты тут запускать? Или эти фестиваль на театральной площади? Баллистика ускорена. Жили вот нормально. Нет, качка, ты же нормально. Да, я хотел меня убить, потом убил Грея. Я выбирал очень долго. Последний всадник. А бомбард сколько у меня? Так, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бомбард. Ну, 2 корпуса надо сделать. Не, ну так посмотреть, Крита вообще нормально держался. Не, Кри молодец, да. Вообще, я ужас, я в шоке. В прошлой игре, когда он играл за Германию, я думал, он воевать не умеет, поэтому сидел там, развивался. Я оказывается, не нет. Качка, 13 секунд, качка, некрасиво. Качечка! Еще не пить! 13 секунд, качка, что ты творишь? Погоди, ты можешь ответить. Как я не успею ответить. На этом пока все, продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!